Во дворце спорта концерна «Стирол» чествовали горловскую футбольную команду «Химик», которая стала бронзовым призером первого чемпионата ДНР по футболу в сезоне 2016 года. «Химик» до последнего матча боролся за серебро и только по дополнительным показателям пропустил вперед команду общественного движения «Донецкая республика» из Макеевки. Вообще горловскую команду можно считать открытием сезона. Она очень уверенно прошла по дистанции без особых спадов, стабильно набирая очки. Особенно ярко выглядели нападающий Филипп Галган и центральный полузащитник Платон Свиридов. Филипп Галган, забив 14 голов, вообще стал лучшим бомбардиром команды и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Но все-таки основной упор тренерского штаба был на командную комбинированную игру. Поздравить любимую команду с успешной игрой в чемпионате пришли болельщики и президент футбольного союза ДНР Игорь Петров. Горловка – футбольный город с большими, огромными традициями футбольными и тренерскими. Очень много футболистов играла в советских командах в чемпионате СССР, выступали знаменитые футболисты. Скажу вам, что вы обречены на успех, потому что победа сидит в ваших генах. Вот ветераны, глядя на них, вспоминаю, с каким характером они играли. Сегодня смотрю на вас, вы та же команда, характерная, упертая. Боретесь до последней минуты, несмотря на результат. Поэтому у вас есть успех. С победой вас, третье место, есть куда расти. Футбольный клуб «Химик», начиная с 2015 года, участвует в соревнованиях под эгидой Футбольного союза ДНР. До этого команда с большим успехом выступала в чемпионатах и кубках города, где неоднократно становилась победителем.